Hieno kokoelma venäläisiä univormia erään yksityiskeräilijän kokoelmasta. Viisi erilaista päättyen NKVD:n politrukkiin. Erittäin hieno alkuperäinen Neusto Pander oli vuodelta 1939. У нас собрано много уникальных материалов, ранее в России не выставлявшихся. Сталин полностью. Сарадину за великого Сталина. Москва, 1939. Краснозаменный Балтийский флот. Vaikka neuvostoliitto valtasi Petsamon tähän, Petsamon tähän asti, niin he antoivat takaisin, kun täällä oli se Kolosion nikkelikaivos. Generalmanna Staba Krasnoja armii totesta 40. Tämä oli sodan perustaistelija suomalainen. Finskin soldat Sniežnoja Riežde i Rusjom. Более 10 тысяч волонтеров воевали. И в основном они приехали из Швеции и воевали в Северной Финляндии. Это Суоми автомат, и таких было 4 тысячи. И всего было автоматов 5 тысяч. Риппуя миссään taisteli, taipale, summa. Каждый солдат получал потом такой. Ja mikäli mies oli ollut ihan taistelun toiminnassa tulenalla, hän sai miekat tähän nauhaan vielä. И если он продвинутый солдат, он получил вот эти. Они должен тысяча не военных. Она умерла в Хельсинки на первых бомбардировках. The Winter War is a problem because the Finnish were on the wrong side. Mm-hmm. And the Swedish, who once were heroes, considered heroes, who held Finland. В зимней войне проблема была в том, что Финляндия оказалась на неправильной стороне. Шведы, которые тогда были героями и помогли финнам освободить их страну, сегодня считаются нацистами. Например, если вы смотрите на этот танк, вы увидите свастику. Божество не делает разницу между этой свастикой и немецкой. Они говорят: ужас, это нацистский танк, к сожалению. The reason, there's different views about that, but they went too far inside Russia. Существуют разные мнения на этот счет, почему финны зашли слишком далеко на территорию России. Это была ошибкой политической, моральной и, конечно же, военной ошибкой, которая спровоцировала наступление русских солдат. But it certainly didn't help Finland in the long run.